газеты уже всего иссякли. Мы даже и обедать не садились без них, и дети. Но сейчас совсем другое время. А по телевидению, ну, я люблю политические, на политические темы передачи. Мне детское интересно. Не знаю, политика. А почему? Ну, это интересно, что сейчас в стране происходит. Спортивная девушка. В основном спортивная. Остальное как-то... Что там смотреть остальное? Нет, ничего. Вы любите спорт? Да, естественно. Всегда. И занимаюсь до сих пор. Мне неинтересно. А вам? Я не слежу за новостями. Затрудняюсь даже сказать. Не новости. Ну, что в стране творится, делается, все-таки в лучшую сторону получается, или хуже мы живем. А политики? А почему? Узнать, что творится в России. Политический обзор. Что касается пенсионных реформ, что касается пенсионеров. А вам? То же самое. И здравоохранение, конечно. Затрудняюсь даже сразу ответить. Но мне интересно смотреть и политику, и местные новости, что в городе происходит. Культура, музыка, классика. Новости всякие. О жизни, о труде рабочих, крестьян. Все и так далее. Да, я не знаю. Я смотрю вот новости, вот, ну там что происходит в мире. Ну, новости, городские новости в основном. И спорт. Спорт немножечко. А, вот, ну да, если так. Спорт интересует немножко. И искусство. Искусство, там, креатив, что-то такое.